Испытание др. Что-то есть. Это все. Серьезно, где-то тут что-то есть? Воскреси и пой. Безрите трех врагов одним страшным решающим мультиударом. Окей. Полуночное неистовство. Катапультируйтесь из бэтмобиля, сразу перейдите планирование и пролетите 300 метров. Изи. Вот здесь можно один в поле воин выполнить. 8000 очков. Как далеко-то, а? Так, а другие миссии появились? Ну, мало ли. Нет, мне их надо находить. Охереть, сколько их. Ладно, как насчет испытания, допустим, вот этого? Что оно доступно. Погнали, это будет быстро, я уверен. Подумаешь замочить парочку танков. Чего там такого? Analyze the militia forces. Troop deployments, equipment, movements. I want to know exactly what I'm up against. I'll perform a full analysis of the occupying forces and report back shortly, sir. Вау, нихера себе там. Реально танки появились. Ну, может, получились, а может, появились. Так это то самое место, на котором... Понятно. То есть дополнительные... дополнительные задания, да. Это задания, которые проходят на тех же самых местах, что и... миссии сюжетной кампании, окей. Ну, в основном. Так. Окей, погнали. Что надо сделать-то с чем? Я просто не прочитал. Где он? Выстрел в башню. The fuck? Еще один выстрел. Фак. Охереть. Увидели, как я увернулся? Уу! Еще бы хорошо было бы видно, если бы все было видно, было бы вообще прекрасно. Ладно, он не здесь? Окей. А, подбили. Не будет у меня плюса за... А, скажите, я скажу. Фак. Не будет у меня бонуса за то, чтобы без ударов выжить. What? А как мне... Охереть. Серьезно, так... Так много? Вау. А как 8000 заработать? Видимо, надо прокачивать тачку. Охереть. Ладно, неважно. Это было сложно. Не-не-не-не-не, не хотел. Я случайно не ту кнопку нажал. Так, окей. Раз здесь ничего интересного, то тогда... 20% всего? Нифига себе. Но здесь по-любому несколько дел будет сюжетных. Может быть, даже они будут все здесь. Раз, два, три, четыре сюжетных дела. А может быть и нет, хрен его знает. Так, окей. Чем мне там надо? Катапультироваться и пролететь 300 метров? Изи. Интересно, а юзать-то можно что-нибудь тут? Полуночное неистовство.
Это оно и нужно. Его и нужно было, да, наверное? Так, а нахера здесь? Как бы я здесь все сделал? Духовный кризис. Пройдите один круг адски сложной трассы, загадочной как можно быстрее. Успешное прохождение поворотов в заносе будет приносить призовое время. Пройдите испытание на время на острове Блик. Выбирайте маршрут с умом, на пути могут попадаться бонусы с призовым временем, а кое-где можно быстрее срезать путь. А пролетел 300 метров? Серьезно? Окей. Может быть я смогу долететь до туда? Ну чё? Кого я должен видеть? Наверное, мне надо всё-таки вызвать себе Бэтмобиль, да? Фига ты появился из ниоткуда. Ну и чё ты такой аутист-то без меня за рулём? Окей. Что я тут должен делать? И Джокер появился, они не могли без Джокера, да? В виде галлюцинации он появился. Вау, посмотрите на эту тачку. Просто... Муа, блеск. What the fuck? Серьезно, просто... За этим. Я... Смотрите, какой детализированный Бэтмен просто. Смотрите, какой Бэтмобиль у него просто, смотрите. Все детальки и прочее, и вообще классно все. Блести, да, ну, стрёмно, конечно, местами, но все же. Теперь на эту тачку посмотрите. О, боже мой. Ладно, неважно. Come on, you're scaring me. It's Barbara. She's been taken. No, no, no. I spoke to her. She said she got out. She left hours ago. Stay calm. We'll get her back. Which one? Who's got my little girl? Scarecrow. They took her from the clock tower. Hurry, we need to go. There could be a clue, something that will lead us to her. I'll follow. Stay in contact. You've got to tell him it's your fault at some point, Bats. And the great thing is, I'll be standing right there when you do. Что, мне прям проводить его надо? Jim, I need you to stop. Прям проводить, проводить. It's dangerous out there. Drive slow and let me deal with any trouble. Ну все, GTA пошло какое-то. There's no way you could have predicted this, Jim. It's my job to predict it as a cop and a father. The whole thing's gone down on my watch. А сейчас машинка нормально выглядит. А там ненормально, не знаю. Ресурсов не хватило, короче говоря. А, мне вот так делать? Окей. Как так? Айс, хорошо, что разлетелось. И что мне приказываешь, слышь, комиссар? Какая блокировка сигнала? Иди в жопень. Бабах, все, отлично. Это не все? Ты серьезно, до сих пор не сдохла? Я даже не знаю, когда они мне стреляют. Вау! Вот это я нехило в него влетел. Что-то еле-еле подъехал. Такие сиденья. Там, знаете, еще заходишь, а там коктейли. Там DVD, проигрыватель.
Ну, Бэтмен просто немножко старовер. В Blu-ray не верит, в DVD. DVD наши все, или просто Бэтмобиль не потянул. I thought you may like to hear the analysis of the Arkham Knight's forces you requested. What have you got, Alfred? I've set the Batcomputer to analyze militia presence across the three islands and provide you with a real-time representation of the occupation's strength in each zone. As you can see, Myogany Island is heavily occupied, with a substantial drone ground force controlling the roads. Founders Island is the militia stronghold, protected by long-range radars and a missile launcher. I'd recommend keeping the Batmobile away from there for the time being. Okay. The remaining drone forces on Bleak Island have been redeployed to protect the clock tower, so expect significant resistance. Thanks, Alfred. I'm heading there now. Ой, это мне так нужно. Просто приехал на Бэтмобиле и всех вынес. Расправьтесь с боевиками рыцаря Аркхема, занявшими часовую башню. Switching to manual control. I'll stop him, sir. Okay. Jim, the clock tower's around. I'll clear the area and let you know when to take the head inside. Я сейчас подумал, что я смогу его пробить. Безугу ему. О май гад, они еще и сзади. Пока. Multiple drones offline. There are militia troops all over the clock tower, Jim. You'll be safe in the Batmobile. I'll let you know when the area is secure. I'm not just sitting there when you go after those bastards. Yes, you are, Jim. Barbara wouldn't want you to get yourself killed. I'll be in touch the minute I'm done. The second. Clock tower unit, Batman knows we have his ally and he's coming for you. Hold him off. Господи, он затрахал уже говорить. It's not safe to enter without taking out the militia troops on the roof of the clock tower. He just took out our armor. Oh God, where is he? I don't know. I can't see his freaking tank car. He's probably sneaking up on us right now. He's just one guy. We'll be okay. Yeah, one guy who just took out a unit of tanks. Relax. The tanks probably took him out already, right? And then they went back to base. You don't think we'd hear about it if they took down the Bat? This is bad. Really freaking bad. He's probably up there watching us. Get a grip, man. You sound like you've been huffing scarecrows with fear toxin. You ever get to meet the big guy? Oh, scarecrow? Just the one's eye. Черт, как же их убрать-то? More than enough for me. Is he as messed up as they say? Yeah, the guy's got issues. Serious issues. И они разошлись так стрёмно. Пам-парям-парям-парям. When he shows, we've got to be ready. Ну, нельзя схватить или еще что с ним сделать? He'll knock you out cold. It's what the knight trained us for. I'm ready. Good. Who was that? Давайте. Давайте, все подвигайте сюда. Найс. А где второй? Ну что, мне подманивать, что ли, поодиночке вас всех? Что-то они не хотят вместе становиться. Привет. Это как странно. Ладно. Что-то как-то хищник превратился в что-то непонятное. Ага. This way, over here!
Так, кто не подойдет ко мне, нет? Давайте, идите сюда. Вау, серьезно? Они меня видят? Я еще не понимаю, они какие-то странные места выбрали для того, чтобы в хищника поиграть. Привет. До свидания. Блин, как-то не вовремя я встал к нему. Jim, the area is secure. Meet me in the clock tower. I'm impressed. Your tricks don't stay new for long, man. Наконец-то. Нахера мне сразу сказали сюда идти? Непонятно, в общем. Сказали бы, вот там парни есть, иди забей. О, раньше такая анимация была? What? Colleen? Is that you again? А, у него опять глюки. Точно, она же не ходит. Candygram! Oh, don't pass out just yet. Come on, show a little spine. Just wait till your father gets home. He's going to be furious about all this mess. Что мне делать? Вот что произошло. Воу. Интересно. Nothing like a trip down old memory lane, eh, Bats? And now a front row seat to the main event. You would have thought old Jim Gordon had been through enough. First, some handsome young maniac cripples his daughter. Now he's blaming himself for her being taken. You really should tell him this is your fault, Bats. I'm sure he'll understand. I mean, it's not like he went out and got his daughter killed. Well, not yet anyway. The night's still young. Что мне делать-то? Это я уже пытался... А, понятно. Мне ждать, пока Джим приедет? А, тут была все это время каталка? Oh God, no. This isn't your fault, Jim. Of course it is. Crane's done this to get to me. I should have been here. There's something I need to show you. We haven't got time. She's not like us. Identity confirmed. Ты же не такая, как мы. Как ты относишься к инвалидам? Ты что хочешь сказать? Они не люди? Ай-яй-яй, Гордон. О, черт, ну все. She's strong, Jim. Stronger than you realize. Сейчас даст Бэтмену по харе. She works for you? This is all your fault. I will find her. Хо-хо-хо, я да... Я же шутку говорил. She's all I've got. I never should have trusted you. Never! Понял, да, забирай свой айфон. Ну все. Да, ты, конечно же, справишься. Угу. Бэтмен не справится, нет. Да, давай.
Я пойду пугало искать, а ты иди сдыхай там где-нибудь. Айфон мой бросил. Совсем охренел. Пойду кому-нибудь другому отдам. Джокер? Давай поговорим, что ли? Of course, I wouldn't have told him, but that's why it's so liberating being me. You've got a lot to look forward to, Mats. Вау, только сейчас можно использовать компьютер. Что, нельзя? Какая-то фигурка стоит странная. Голенькая. I need to find out what happened to Barbara. They covered their tracks by disabling the clock tower security cameras. If I hack the municipal CCTV system, I should be able to monitor all access points to the building. Окей. Что я должен здесь увидеть? Concentrate. I need to find who took Barbara and how. Что-то ничего. Ага. There's nothing here that tells me how Barbara was taken or who took her. Это не она? No, that won't work. I need to find out how Barbara was taken. Вон же этот. Рыцарь, не? No good. I need to find out who took Barbara and how they're transporting her. А это? Concentrate. I need to find who took Barbara and how. Что значит концентрироваться? Вот, они приехали на второй камере, да? Это же просто чуваки, да? That tells me how Barbara was taken or who took her. Да. На третьей, на четвертой ничего не вижу. Одно и то же. Вот вижу только на второй. Окей, что-то я не понимаю. Вот здесь. А-а-а, надо выбирать ячейку вот здесь. Фак. Ну я тугодум, а. Я думаю, что просто ячейку выбирать, которая... Первая, вторая или третья, четвертая? That's the Arkham Knight. He's got Barbara. I need to confirm which car he took her in. There. That's the vehicle they took Barbara away in. Sorry, что-то немножко потугодумил. Those tires are Amortech D60s. I can program the Batmobile to track their unique tread pattern. It'll lead me right to them. Следите за автомобилем рыцаря Аркама с помощью сканера улик на Бэтмобиле, чтобы найти Оракул. О, фак, как все сложно. Просто пусть все Бэтмобиле сделает за меня. How did Scarecrow know to go after your IT department? I mean, I had no idea she worked for you when I shot her. I just got lucky. Просто по приколу. Seriously, I was aiming for her head. If I'd only had a video camera when I swept Barbara off her feet. Poor old Jimbo had to make do with a slideshow. Okay, я погнал. Will lead me to Barbara. I can use the Batmobile forensic scanner to follow them. Сканер улик. Okay. Фига себе, слушайте, он... Просто у него есть все. Короче, если у него Half-Life 3, он такой... Пфф, и два аддона.
go through the files of every inmate who was released. And Alfred. Yes, sir. They knew about Barbara. Activate the Batcave security protocols. Don't drop your guard. I've got Oracle back. То есть меня хотят уничтожить, да? Это еще что за говно? Мины? Серьезно? Вау. Теперь еще и мины есть. The militia have deployed a device. It's burrowed deep into the road. Yes, I see it. Да так, Шарлотка. Devices are being planted across the city. I'll investigate. Фак, и как мне его исследовать? Need to investigate that device. It could be dangerous. И что с ним делать? It's a bomb, Alfred. A well-armored one. Да ладно, серьезно? In that case, sir, should you really be standing quite so close? I'm going to set up a remote link to the bat computer and hit it with every virus we've got. Once we're hacked in, I can expose the core and defuse it with a controlled explosion. Very good, sir. Though I should warn you that the militia has already deployed a platoon of its unmanned tanks to stop you. They won't. Фига себе, Альфред, блин, ему лет 500, он чекает все просто. Вау. Я даже не понял, что, кто. Fuck. I know, sir. Off the drone feed offline. Get back! Вот Джот, стой. Ничего, мансуем. Не Бэтмобиль, это мансывальный мобиль какой-то. Мансы-мобиль. Fuck. Охереть! Если бы вот этих полосочек не было, я бы сдохнул давно уже. Знаете, все, что здесь происходит, можно объяснить просто. Но это же Бэтмен! Изи! The bomb's payload is exposed. I can use the power winch to trigger a controlled explosion. А, да-да-да. Забыл совсем про эту мини-игру. Разоружение. Окей. И что здесь у нас? Разоружение. Вот это, да? О май гад. Ну, это просто дополнительные какие-то миссии. Загадочника мне больше понравилось. Фак. Окей, сканер улик не работает, а вот сейчас работает. Погнали. Почему выключается сканер улик? А, ну да. Потому что я выстрелил.